Кинокомпания «Лазерные юникорны» представляют. Майами, 1985 год. Эй, чуваки, а у вас есть разрешение на эти пушки? Вот мое разрешение. Клевая муза. Надпись на экране. Игра окончена. Твою мать! Надпись на экране. Твою мать! Боже! Надпись на экране. Вставьте монетку. Нам срочно нужно подкрепление. Нам нужен кунг-фури. Да, это мой бицепс, детка. Погоди, крошка. Да, тут происходит какая-то хрень. Игровая машина спятила. Она убивает всех и вся. И что ты будешь делать? Свою работу. Надпись на вертолете. Новости Майами. Игра окончена. Я коп и чертовски хорош. Все началось много лет назад. Мы с моим напарником были на опасном задании. Нам пришлось преследовать загадочного мастера кунг-фу. Ты арестован, придурок. Покажи свои лапы. Отличная работа, Драгон. Так ты мог убить нас обоих? Но черт побери, ты лучший напарник. Спасибо, чувак. Я учился у лучших. Ты для меня как отец. И только я сказал это, он ударил моего друга мечом. Я бы сказал, он расползся пополам. Но перед тем, как я спустил курок, меня ударила молния и укусила кобра. Я отключился. Я увидел картинки Шаолиньского монастыря и монаха, практикующих искусство кунг-фу. Есть древнее пророчество о новой форме кунг-фу, столь мощной, что изучить ее сможет только один человек — избранный. Когда я проснулся, я увидел кунг-фу-мастера, бегущего навстречу мне. Я чувствовал, как мое тело меняется. Я становлюсь похож на что-то очень странное, кунг-фу-подобное существо. Ты избранный! Тук-тук! Кто там? Тук-тукалки!
Надпись на куске ленточки сделана в Китае. С этого момента я взял кусок ткани с мертвого кунг-фу мастера. Я решил, что я буду использовать свою супер-кунг-фу силу, чтобы вершить правосудие. И так я стал лучшим копом во всем мире. Я стал кунг-фури. В главных ролях Дэвид Сандберг в роли кунг-фури. И трицерапторы в роли трицерокопов. Полицейский департамент Майами. Я даже не хочу слышать о кунг-фури. Я вернулся из мэрии, там 50 лимов ущерба. Мэр вцепился в мою задницу, как педик под виагрой. И как я, по-вашему, должен объяснить это журналюгам? Ты просто уничтожил к чертовой матери целый городской квартал. Разве ты не сказал мне его прищучить? Я тебе сказал сделать это по закону. Хватит нести чепуху. Никто бы не смог остановить эту хрень, и ты это знаешь. Боже. Слушай меня, кунг-фури, ты должен следовать правилам, так же, как все мы. Поэтому я тебе назначаю нового напарника. Чё? Какого хрена? Я работаю один. Теперь нет. Скажи привет своему новому напарнику, трицерокопу. Очень приятно познакомиться, кунг-фури. Надеюсь, мы сработаемся. Ты мне как отец. Я работаю один. А вот и нет. Или ты работаешь трицерокопом, или ты вылетаешь с этого дела. Я не вылечу с этого дела. Я ухожу. Да, я сдал анализ крови. Он был положительный, да? О чем ты вообще говоришь? Да, нет проблем. Говорит с восточноевропейским акцентом. Дай мне телефон. Какого хрена? Шеф МакНиколс у телефона. Это полиция? Да, это полиция. Да пошли вы! Мне нужен кто-нибудь, чтобы пробить звонок. Но это невозможно, но не для меня. Хакерман. Это самый крутой хакер за все времена. Иди за мной. Надпись на двери «Хакерман». Мне удалось триангулировать сигнал сотового телефона, чтобы отследить звонящего. Его зовут Адольф Гитлер. Гитлер — это самый злобный преступник всех времен. Вы его знаете, сэр? Я думаю, что могу сказать так. В 1940 году Гитлер был кунг-фу чемпионом. Он был настолько хорош, что решил изменить свое имя на кунг-фюрер. Но и на этом он не остановился. Он знал о пророчестве кунг-фу и хотел занять трон. И он с солдатами-нацистами годами проводил эксперименты. Надпись на бутылке «ДНК кунг-фу». Но они так и не поняли, как это сделал мастер кунг-фури. Но однажды он исчез с лица земли. И никто с тех пор не видел его. До сегодняшнего дня. Я думаю, он понял, что если он найдет избранного и убьет его, то он сам станет кунг-фури. Он должен был путешествовать во времени, чтобы попасть сюда. Вот почему он исчез. И что ты будешь делать? Свою работу. Я должен вернуться назад во времени в нацистскую Германию и убить Гитлера раз и навсегда. И как ты собрался это сделать? Я не уверен. Мне нужна типа машина времени. Погоди-ка.
Используя RX-модулятор, возможно контролировать основные решетки прямых и обратных аплинков и даунлодов. И что это означает? С правильными алгоритмами я могу хакнуть тебя назад в прошлое, так же, как машина времени. Ну клево, это Hacking Time. Надпись на клавиатуре QWERTY. EMC квадрат. EMC куб. Вы уверены насчет хака времени? Да, нет. Да. Время хаканья. О, нет! Ошибка! Захакано слишком много времени. Это лазерный раптор. Я думал, что они померли много лет назад. Кто ты такая? Мое имя Барбарианна. Какой это год? Это век викингов. Это объясняет лазераптеров. Блин, я забрался слишком далеко во времени. Ты должен покинуть эту долину. Это место кишит лазераптерами. Я встречу тебя у капли богов. Катана поможет добраться тебе туда. Кто такая Катана? Я Катана. Я прокачу тебя в Асгард. Прокачу на чем? Итак, кто ты такой? Я коп из будущего. Я был послан назад во времени, чтобы убить Гитлера, но по ошибке попал слишком далеко во времени и прибыл в это место. Я знаю кое-кого, кто, может быть, тебе поможет. Узри, это я, Тор, сын Одина и защитник человечества. Зацени мои бочки. Твои бочки эпичны. Спасибо, бро.
В любом случае, Тор, это Кунг Фури. Он коп из будущего. Да, я должен попасть в нацистскую Германию и убить Гитлера. И поэтому, если ты поможешь мне в этом... Подожди. Время молотка. Иди сквозь этот портал, и ты закончишь свой путь в нацистской Германии. Да прибудет с тобой сила, Кунг Фури. Спасибо, Тор. Походу, это и есть мой путь. Эй, коп из будущего! Куда ты собрался? Знаешь что? Возьми мой номер. Используй этот телефон, чтобы позвонить мне. Это персональный переносной сотовый телефон. Он вмещает 645 каналов, 10 номеров скоростного набора и электронный замок. Это революционное средство связи может позволить еще большему количеству людей пользоваться телефоном в своем автомобиле. Нацистская Германия. Твои усы выглядят как дерьмо. Ты должен сбрить их. Они выглядят нелепо. Мои усы, но это настоящие арийские усы. Нет, это не арийские усы. Твои выглядят как киска уродливой шлюхи. Забавно, что ты говоришь это. Потому что твои выглядят, как будто ты упал на чью-то волосатую задницу с клеем на губах. Это арийские усы. И мне стыдно за тебя. Ты выглядишь нелепо. Это арийские усы. И они мои. Это отличные усы. Ты что, собираешься плакать? Это бежишь к мамочке поплакать? Ты что, маленький плакса? А твои усы? Извини, но тебе нужно избавиться от них. Они выглядят нелепо. А куда делся танк? Тук-тук, вам посылка, танк. Я самый великий кунг-фу мастер всех времен. Правда, ребята? Спасибо, спасибо. Я обезвреживаю тебя. Моя рука, моя рука. Убейте его. Взять его!
Тебе не нужен этот позвоночник. Он держит твою спину. Пошел ты, кунг-фури! Ничто не сможет остановить меня и мою армию смерти! Спасибо, ребята! Что за хрень? Надпись на значке полиции. Убить их! Мои колокольчики! Ну все, Гитлер, тачка подана. Покажи свои руки. Хакерман, а ты не видел кунг-фури? О боже, кажется, мы опоздали. Черт возьми, кто ты такой? Меня зовут Кобра. Я давно ждал тебя, кунг-фури. Я твой животное-хранитель. Что это ко всем чертям за место? Это рай. Похоже, что ты мертв. Но это выглядит так по-настоященски. Да. Нет, это абсолютно реально. Мистер Кобра, я полицейский офицер. Мне нужно, чтобы вы отправили меня назад на землю. Извини, я не могу тебе помочь в этом. Понимаешь, ты труп. Ты арестован. Что? За воспрепятствие правосудию. Ты нарушаешь закон. Черт возьми, что это было? Я хакнул твои раны и вытащил все твои пули, кунг-фури. Спасибо, бро.
Я рад приветствовать тебя и твоих друзей в Германии. Мы не такие уж и разные, ты и я. Я имею в виду, у нас клёвый стиль, понимаешь меня? Красный. И это клёво. Мы одинаково двигаемся. Зацени. Убиваем людей. Я люблю это. И ты, конечно, тоже. Это клёво. Присоединяйся ко мне. Мы могли бы быть братьями. Мы так похожи. Это как будто мы закончили друг друга. Шары. Что? О, боже. Немного-то осталось от него. Самое главное, что его больше нет. Прости, что я сомневался в тебе, Трицерокоп. Ты лучший напарник, который у меня был. Я прилетел назад из прошлого за тобой, Кунг-Фури. Потому что, черт возьми, я люблю тебя. Командная работа очень важна. Итак, а что будет теперь, Кунг-Фури? Ну, мне нужно вернуться назад в офис. Покуда нам предстоит большая бумажная работа. Двумя днями ранее в будущем. Открой дверь, Хофф. Извини, Фури, я не могу сделать этого. Открой дверь, Хофф. Извини, я не могу позволить открыть дверь тебе, Кунг-Фури. Черт возьми, открой эту дверь. Извини, я не могу... Открой эту чертову дверь. Разве никто тебе не говорил, что нельзя капать на мозг Хоффу 9000? О, Хофф 9000. Ах ты, сукин сын. Кусок дерьма! О боже, немного же осталось от него. Самое главное, что его уже нет. Игра окончена. Погоди-ка. Я видел этот символ раньше. Где-то. Гитлер. I'll be back. Кунг-Фури. Продолжение следует. Фильм озвучил Алексей Поребко. В ролях Дэвид Сандберг, Джорма Дакон, Стивен Чу, Леопольд Нельсон, Андрей Скаклинг и другие. Survive.